Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Мальчики и девочки, очередная порция полезной информации, никакая не реклама. Прежде чем сделать это видео, просьба о нем прозвучала не раньше, не позже, весной 2015 года. Мне понадобилось определенное время, чтобы вникнуть в тему, чтобы понять, под каким углом и как рассказать вам об этом. Очень важный момент. Я не буду рекламировать продукт как таковой, хотя сегодня речь идет о медовых свечах Сибири, которая производится в нашем городе. На поверхностном уровне, да, это экзотическая штучка, которая сделана из натурального воска с применением только натуральных красителей. И, в общем, все из этой серии. Да, казалось бы, можно было бы на 5 минут растянуть эту информацию, и все бы были довольны. Но я решила пойти дальше, я решила заглянуть глубже и вообще понять, почему именно воск, вощина, а не стеарин полезны для нас. Вот. Дело в том, что свечи мы покупаем для того, чтобы они горели. Горели вот так красиво, принося в наш дом тепло, принося в наш дом свет. И для сравнения я поставила свечку, которую каждый может купить в магазине за сущие копейки. Да, казалось бы, вот эта свечка на начальном этапе пахнет кокосом. И вообще все хорошо, но на самом деле, когда вы попытаетесь ее затушить, там пойдет уже и мыло, и прочие какие-то отдушки, химические, синтетические и прочее. Здесь в данном случае нет никаких отдушек. Но дело не в этом. Дело в повальном увлечении бьюти-блогерами тематики свечек. Да, очень красиво, когда вот так вот свечки горят в видео, там вот у меня здесь как бы из окошечка дует, я проветриваю. Но стоит вот немножко отдалиться, и пламя это вот, ну, магическая такая штука, все там знают, что с древних времен люди наделяли огонь какими-то потрясающими свойствами, но дело не в этом. Дело в том, что при сгорании стеариновые свечи, которые, ну, все любые хозяйки держат у себя дома, или вот такие ароматические свечи, которые тоже вот там они в правом верхнем углу, они продаются во всех отделах, их можно купить, создать романтик, все отлично, вы зажгли, все прекрасно, они там прогорели, создавая теплую и уютную атмосферу вокруг себя, и все. А на самом деле нет, нет ничего в этом хорошего. Нет ничего в этом романтического, нет ничего, что могло бы сделать нечто полезное для вашего организма. Как обычно, я в своей теме, грустные, может быть, для кого-то нудные, но что меня изрядно радует, количество мужчин, подписывающихся на мой канал, и количество вообще моей зрительской аудитории мужской, оно выросло за последние пару недель, буквально с 17 до 45%, потому что в видео, помимо просто бьюти-темы, появилось рациональное зерно. Естественно, это сразу же стало интересно мужчинам. Так вот, видео не только для мужчин, видео еще и для девушек. При сгорании стеарин выделяет вещества, которые, попадая в организм, оседают. Оседают и формируют такое не совсем хорошее сочетание. Больше скажу, даже ведущее к образованию не совсем хороших образований в нашем теле, хотя там нет ничего смешного, но тем не менее. Воск же при сгорании, являясь натуральным продуктом, не является таким вредным и таким ужасным. Поэтому, выбирая свечи для ваших любимых людей, не надо брать химическую какую-то тематику, не надо брать химию зловредную и вредную. Не надо вообще, потому что как бы вот данный продукт, пусть даже он там немножечко коптит,
Пусть даже эти свечи совсем немного коптят, вот мы сейчас можем это наблюдать, да, совсем чуть-чуть. Но сгорая, воск не выделяет то, что выделяет стеарин. И если вы хотите сделать любимому человеку, если вы хотите, чтобы от вашего подарка была не только красота, но еще и польза, пожалуйста, подходите с умом к выбору свечек, вообще свечей, созданию романтического настроения. Для этого я оставлю ссылочку под видео, куда можно будет пройти, где можно будет ознакомиться с ассортиментом. Я ничего вам ни в коем случае не навязываю, но поверьте, прежде чем сделать это видео, я перелопатила огромные горы интернет-материалов, я прочитала множество статей, я прочитала множество вообще отзывов, и данные свечи присылали блогерам на обзоры, но они не увидели эту тему под тем углом, под которым увидела ее я. Я могла бы сделать простой, банальный, эта кошечка ходит, вот. Я могла бы сделать простой, банальный обзор, что они пахнут медом, да, они пахнут медом, что они очень красиво горят, и когда вы тушите их, хватает на много часов вот таких вот свечек, то есть это не, там, не 20-30 минут, это часы, вот такие свечки горят часами. Утром я, когда очень дома холодно, просто зажигаю свечку. Видите, я ими пользуюсь. И вот этот даже прогоревший вариант мы можем сейчас использовать, просто поставив в него несколько тонких свечек. По утверждению производителя, если вы как надо настроите вокруг себя окружающую магическую среду, желтые свечи дадут вам здоровье, зеленые – деньги, а красные – любовь. Всем здоровья, любви и денег. Всем здоровья, любви и денег, тем более это очень важно в условиях кризиса, который уже у нас не то что не за горами, а по полной программе уже прет. С чем я вас всех и поздравляю. Еще такое небольшое пожелание. Если хотите иметь чистое сознание, не смотрите телевизор, и вы увидите действительность совсем другой, буквально совсем через какое-то короткое время. Спасибо, что заглянули на мой канал. Всем всего хорошего. До связи. Пока. Это Ольга Швец.